Всем привет, на канале Алина и Алиса. Всем привет. Сегодня мы будем открывать такой набор. Такой набор Шопкинс, который называется как? Модная лихорадка, модный спортивный спортклуб. В общем, это Шопкинс из серии «Модная лихорадка». У нас уже что-то было из этой серии. А называется этот набор «Модный спортклуб». Алине он очень понравился, когда она его увидела. Алина у нас ходит тоже в спортивный клуб заниматься хип-хопом. Как-нибудь мы снимем влог. А сейчас будем открывать набор. Ну, давай будем открывать. Сначала мы берем скотчик. Сейчас я вам покажу вкладыш. Такой маленький, коротенький вкладыш. Вот тут нарисована коллекция шопки. У нас из этой серии было уже вот. Вот смотрите, вот эта серия, да? Смотрите. Какой-то у нас снежная мода у нас, да, была. Еще пижамная вечеринка осталась, да? Понятно. Первое, что мы достанем, это Шопкинс часы. Шопкинс часы. Я бы даже сказала будильник. А нет, не будильник. Именно часы. У него сзади такой ремешок. У нас еще есть такие паракет. Такие кеды. Это у нас была такая лавочка, где можно присесть. Такая форма. И ставь все сюда, я буду показывать. Бутылочка с водой. Спортивная форма. Рюкзак такой. Бутылочка с водой. Рюкзак. Супер модный спортивный рюкзак. Классно. Я тебе достану кепочку. Еще одна кепочка. У тебя, кстати, уже одна есть кепочка Шопкинс, помнишь? Большая бейсболка такая. Смотрите, даже мешочек с косметичкой. Косметичка. Ты уверена, что это косметичка? А там такое это. Почитаем сейчас. Да, совершенно верно. Это косметичка. Смотрите, это. И такой шкафчик, да? Ну, он непростой, смотрите, когда его открыть. Можно вот так сделать. На него можно одеть замочек, как в настоящем спортивном клубе. Да. Классно. Так, попробуем это делать. Так, берем. Давай посмотрим его поближе сначала. Давайте. Тут даже зеркальце такое внутри есть. Ага. Угу. Так, он оформлен с боков. Зеркальце. В общем, такое. Красивый шкафчик. Так, сейчас мы попробуем сложить. Сначала откладываем вовнутрь. Рюкзачок. Копеечку. Косметичку. Форму. Часики. Все туда неровненько входят. Туда при желании даже лавочка поместится, мне кажется. Слушайте, надо постараться, да? Нет. Только не ломать. Надо в верхнюю часть одну ножку, одни ножки, и в другую. Да. Не помещается, да? Ну и ладно. Так это все выглядит замочком, только ты замочка делала неправильно. Вон она там, эмблемкой на лицевую сторону. А как замочек закрывается? Покажи-ка. Ну ты вот на дверку оденешь и покажи. Смотрите, это вот так просто.
засовывается в дырочку. А теперь мы переворачиваем и вставляем вот эту скобочку. Получается, он закрыт. Вот теперь все у нас как нужно. Все шоптинсы сложены в шкафчик. Шкафчик закрыт на супер замок шоптинс. И в комплекте у нас только лавочка осталась, которая туда не влезла. Ну, я думаю, что она не должна туда влезть, правильно? Да. Давай еще раз достанем, посмотрим шоптинса всех поближе. Ты их вот так в рядочек выстрои, а я их покажу. Форма. Бутылочка с водой. Бутылочок. Косметика. Одна обувь. Ботинок. Ботинок. Часы и кепочка. Очень классный всего набор. Всего у нас в комплекте 8 шоптинсов. Здорово. Лавочка, ящик и супер шоптинс замок. А мы с вами на этом попрощаемся. Всем пока-пока. С вами был канал Алина Алиса. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Пока-пока. Алиса, пока-пока. Алиса сегодня у нас за кадром. Пока-пока.